Регулировка клапанов на семействе ВАЗ, передний привод, 8 клапанов. Разберем данную тему нагляднее. И всем привет! Так как я уже снимал видео на подобную тему, я не буду сейчас акцентировать на это внимание, рассказывать всю эту теорию об устройстве автомобиля, газораспределительного механизма, техническом обслуживании как самоопределение и техническое обслуживание газораспределительного механизма, возможные неисправности, методы устранения и так далее. Поэтому я скажу то, что все соответствующие ссылки будут в описании, вы можете посмотреть ниже. Также, пожалуйста, обращайте внимание на тайм-коды, то есть вот сейчас вы видите линию времени. То есть она будет как разбивка, чтобы лучше найти тот участок видео, который вам больше всего интересует. И просто, пожалуйста, обращайте внимание на подсказки, которые периодически всплывают в видео. То есть в правом верхнем углу, то есть самим YouTube, также лайки, комментарии, подписка, колокольчик и так далее и тому подобное. Поэтому я кратенько расскажу то, что было у меня перед тем, как я начал регулировать клапана. А началось у меня все с того, то, что у меня начало стрелять в глушители. И по сути это можно даже уже внести, скажем так, в диагностику в плане метода определения неисправности. Но это ладно, это будет немножечко позже, а сейчас сконцентрируюсь на видео. Так вот, потом что? Начал интересоваться, почему. Задействовал несколько источников информации или СМИ, а именно просто спрашивал у таких же водителей-любителей, водителей-любителей со стажем, у механиков на СТО, там, у учителей, там, книги и в конце концов интернет, то есть все возможные источники. Значит, началось все с глушителя. Хорошо, глушитель заменил, но стрелять не перестал. Потом мне подсказали то, что нужно поинтересоваться топливом, на какое я заправки, собственно, заправляюсь. И, собственно, уже сам двигатель. А вот в двигателе уже как раз может быть сама регулировка клапанов. Ну, там и ремень может перескочить на зубчик 2. Так вот, что я дальше еще заметил? Потеря мощности. То есть, допустим, я нажимаю на педаль газа, и как бы двигатель крутится, раскручивается, ну как-то тяжело. Вот, ну, конечно, тут уже больше всего к ремню, но это тоже я сделал, но это уже было чуточку позже для видео, маленечко не смекнул, но это ладно. Вот, и поэтому сконцентрируемся на сегодняшнем видео, так как я регулирую клапана. А теперь перейдем к моменту инструментов. Какой же инструмент нам понадобится? Вот у меня есть кратенькая такая памятка, чтобы ничего не забыть. Значит, из инструментов нам понадобится в обязательном порядке. Ключ на 10, неважно, рожковый, накидной или головка на 10. Потом отвертка, неважно, плоская, фигурная. В моем случае и та понадобилась. Затем набор регулировки клапанов, а именно приспособление для регулировки клапанов. Сейчас я продемонстрирую. Так, вот, собственно, название по фотографии. Так, тоже видно. Видео вы увидите более подробно. Постараюсь сейчас как-то более поближе. Собственно, как это все дело выглядит. Надеюсь, в 3D, скажем так, вариант получше. Молоточек. Или стопор, кому как удобнее. И не менее важный из, скажем так, специнструментов, который нам сегодня понадобится, это микрометр. Так, маленько отсвечивает, но ничего страшного. Вот, самый такой тоже обычный, пришлось заказывать. Ну, о цене вопроса мы тоже обо всем поговорим. Затем набор щупов. Вот, за 10 рублей. Я говорю, о цене маленечко попозже поговорим. Так, значит, потом... Так, пинцет тоже понадобится. Шило. Нужно будет в том случае, если пинцет не справится. Но я маленечко помучился, обошелся. Но лучше имейте в виду. Значит, дальше. Угу. Шайбы, соответственно.
И шприц для откачки масла. Если есть, конечно, груша, то лучше, конечно, грушей. Шприца лучше со шланчиком. Итак, значит, перейдем уже ближе к делу. Также, пожалуйста, не забывайте то, что я являюсь все еще тем же студентом, который учится самоучкой, учусь на практике сам и так далее и тому подобное. Ну, чтобы не разводить уже демагогию. Значит, сейчас что я хочу показать на первом видео. Это исходные данные, то, что я производил регулировку клапанов, скажем так, зимой, такое не очень благоприятное время года. Затем гараж. Гараж у меня достаточно скромный, машина умещается впритык и нету гаражной ямы. Я это к тому, то, что домкрат я не смог бы поставить, к сожалению, хотя, ну, как бы надо по правилам. Теперь поговорим об исходных данных самого автомобиля. Я ориентировался по километражу, а как я все это высчитывал, просчитывал, я уже как раз в видео на тему техническое обслуживание в первом видео уже немножечко затрагивал эту тему. Предварительно я уже прогрел автомобиль до температуры двигателя 53 градусов. Кстати, вот когда я искал ответ на этот вопрос, мне говорили всякую чушь. То есть то, что регулировку клапанов нужно производить, когда на улице плюс 30 градусов. Вы такой, вы что, серьезно, что ли? Хорошо. Потом, более-менее уже адекватный. Главное, чтобы руку держало, когда вот двигатель нагретый, чтобы руку держало. Хорошо, я с этим еще, в принципе, могу согласиться. Третий говорит, скажем так, начинается где-то температура двигателя ниже рабочей, а вот рабочий диапазон начинается, собственно, от 50 и так далее. Хорошо, это понятно. Поэтому нужно осуществлять где-то, когда температура двигателя составляет 20-35 градусов. Но тут уже мне более-менее хорошо, могу с этим согласиться, но не до конца. Четвертый говорит то, что от 15 до 20. Вот это мне еще лучше понравилось. Но сейчас я опять-таки говорю, усредню их информацию. Регулировка клапанов производится при 20 градусах. Почему? Потому что это своего рода константа. Это естественная температура окружающей среды, при котором производятся те иные технические измерения. Да просто даже. Возьмите любой учебник, там за 8 класс физика. На любую таблицу посмотреть, там в большинстве случаев указано 20 градусов. Где-то 25, где-то 15. Но я говорю, это своего рода погрешность. Вот. Ну, даже просто вот вспомните. Еще со школы, да, как сказать, все походу делали такой эксперимент в первом классе, там, с 5-рублевой монетой. Нагревали ее, она что? Соответственно, расширялась. То есть, металл расширялся под воздействием тепла. Когда наоборот остужали, она наоборот сжималась, то есть там эксперимент там с двумя гвоздиками и монетами, чтобы она вот проходила. За то время, как раз когда двигатель остывал, как я уже в своем предыдущем видео говорил, то что вот у меня на улице зима, да, за это время я спокойно снимаю крышку клапанов. Вот соответствующий инструмент, как раз ключик на 10 и плоская отвертка. Предварительно упомянуть то, что того, как двигатель прогрет, все еще оставляем рычаг КПП в нейтральном положении. Но это в моем, говорил в предыдущем участке видео. Сейчас я оцениваю тросик газа. Беру ключик на 10 и откручиваю плашку крепежа тросика газа. Думаю, тут даже комментировать не надо, все, в принципе, понятно. Да, немножечко забегу вперед. То, что я до этого уже делал видео, то есть я до этого уже весь этот процесс сделал, с целью того, чтобы приобрести шайбы. Как видите,
Шайбы у меня, скажем так, не было, и пришлось потом съездить их купить. Набор шайб где-то что-то я находил, там где-то в районе 15 тысяч. Вот сейчас я, например, показываю, как снимаю кожух. Ремень ГРМ, вот как раз сам ремень ГРМ тоже нужно будет менять. Ну, впоследствии я, собственно, его и заменил. То есть не я, а товарищи помогли. Вот, вот снимаю гаечки. И откладываю в сторону с большими шайбами или тарелочками. Затем отсоединяю патрубки. Вот, как я говорил, здесь уже понадобится крестовая отвертка или фигурная. В принципе, все достаточно ясно и понятно. У меня, кстати, возник вопрос, как вы думаете, как более правильно производить техническое обслуживание, уже начиная с двигателя? До какого температуры нужно прогревать? Как вы считаете на самом деле правильно? Потом, ну, прокомментируйте, пожалуйста, очень интересно будет знать ваше мнение. Вот, собственно, потом идет та плоская отвертка. Сильно не усердствуем, достаточно чуть-чуть поддеть, чтобы крышка клапанов свободно снялась. Вот. Да, вот как раз о том моменте, о котором я говорил, чтобы рука держала. Смотрим. На первый взгляд, ну, самый простой 8-клапанный двигатель. Вот, собственно, приспособление для регулировки клапанов. ВАЗ-8. В принципе, может написано то, что восьмерка, но все как раз и базируется на восьмерке. То есть, получается, восьмерка это поколение Самар 1. Потом на основе этого возникло, грубо говоря, да, поколение десяток, да, то есть инженеры, как бы, естественно, как бы доработали, но в основе лежит все равно все-таки восьмерка. Вот. А у меня получается автомобиль поколения Самары 2. И как раз подходим к тому самому интересному моменту. Казалось бы, на первый взгляд все находится, скажем так, в порядке, но на самом деле обнаруживаем подводные камни. Как видите, штанга не устанавливается. Почему? Хотя новая. Вот, скорее всего, кто-то из предыдущих владельцев уже тут до меня побывал. Такие же студенты, самоучки. Я говорю, тот автомобиль, который у меня сейчас находится, я приобрел именно с этой целью, именно учиться. Даже если что-то впоследствии сломается, то как бы итог уже был известен заранее, то что данный автомобиль чисто, чтобы поучиться, он мне в качестве своего рода, ну, конструктор, что ли. Смотрим. За эти 5 минут, грубо говоря, температура упала на... то есть упала до 48 градусов. То есть получается где-то было 53 минус 5, получаем как раз 48. И вот как раз что же делать? Вот я, да, наглядно показываю то, что нужно увеличить технологический отверстие. Идем на верстак и увеличиваем технологические отверстия, потому что дырка, скажем так, находится в другом месте. Это так, небольшое отступление.
Что ж, в этом случае закрепляем на тиски, как вы можете видеть. Берем напильник цилиндрической формы. Правильно устанавливаем, удобно. И начинаем увеличивать. И если вы столкнетесь с такой же ситуацией, с которой я столкнулся, то, пожалуйста, будьте внимательны в том плане, то, что, скажем так, вот сейчас, наверное, я не смогу хорошо показать, но вот на стенках, да, вот там вот, да, вот где, вот как раз, вполне хороший момент, в нижней части, да, там находится наименьшее количество металла, которое соединяет, собственно, всю эту штангу с наконечниками. Поэтому, если вы столкнетесь с такой же ситуацией, с которой столкнулся я, будьте, пожалуйста, повнимательнее. Лучше лишний раз, получается, доточить, чем переточить. Поскольку я говорю, вот именно немного надо снять, поэтому, как сказать, стараюсь немножечко как-то процесс сделать побыстрее. Да, кстати, тут получается немного и затрагивается слесарное дело. Тоже прокомментируйте, пожалуйста, как все-таки правильно осуществлять опиливание материала. Да, как вы можете видеть, тоже не с первого раза мне это произошло. Где-то раза с третьего, по факту. Просто это вырезал момент, чтобы рационально распределить время. Вот тут я говорю, вот все-таки чуть-чуть, ну, переборщил. Чуть-чуть. Поэтому она не вот прям идеально ровно там мне скользит, да, а приходится чуть-чуть приподнимать. Но это ерунда. Это ерунда. Вот, дальше что, собственно, делаем? Да, в принципе, я говорю, тут все визуально ясно и понятно. Берем те же большие шайбы или тарелочки. Берем гаечки и накручиваем на резьбу. Тем самым закрепляя приспособление для регулировки клапанов. А тем не менее, напомню, как уже было ранее сказано, то, что на улице зима, а я осуществляю регулировку клапанов уже, скажем так, в конце зимы, но тем не менее, ветер, морозы, очень было холодно. И вот, как я уже говорил, можно взять, в принципе, обычный шприц, но лучше всего со шланчика, а еще лучше с грушей, намного удобнее. Там у меня, конечно, немножечко оставалось, но, как сказать, ничего страшного. И единственное, что, скажем так, видимость это ухудшало, а так, в целом, ничего такого страшного. Просто немножечко дольше получилось, чем хотелось бы. Ну и сливаем масло там в колодце, там тоже ничего страшного. Да, вот именно откачиваем масло из всех возможных мест, где можно подлезть.
Что ж, в принципе, на данном этапе мы все сделали. И смотрите, сколько упала температура. Еще получается на 7 градусов. То есть достаточно процесс, если все иметь из инструментов, шайбы и так далее, то в принципе можно сделать видео гораздо быстрее данный технологический процесс. Итак, значит, перейдем уже ближе к делу. Также, пожалуйста, не забывайте то, что я являюсь все еще тем же студентом, который учится самоучкой. Исходные данные, то, что я производил регулировку клапанов, скажем так, зимой, такое не очень благоприятное время года. Затем гараж. Гараж у меня достаточно скромный, машина умещается впритык и нету гаражные ямы. Я это к тому, то что домкрат я не смог бы поставить, к сожалению, хотя, ну, как бы надо по правилу. Итак, дождавшись, когда температура опустится до допустимых значений, а именно хотя бы плюс 25 градусов, переходим уже к регулировке клапанов, как я уже описывал в чуточку ранее. Вот, и, собственно, то, о чем я говорил, то, к чему я вас подготавливал, по сути, это неправильно так делать. То есть, во-первых, и ремень уже нужно заменить, впоследствии я, собственно, что и сделал. Но уже, так сказать, попросил товарища, чтобы мне это помогли, потому что там надо метки выставлять и так далее, и тому подобное. Вот, значит, прокрутив шестерню распредвала, то есть метки совместил, то есть на шестерни и на выступе самого двигателя осуществляю как раз регулировку. Сейчас я регулирую, то есть замеряю зазор на третьем клапане, а он свой клапан, значит, допускается зазор 0,2, погрешность 5 соток. Дальше подбираю уже новый щуп, как бы недалеко ушли. Вот сейчас тоже щуп уже вставляю в первый клапан. Дальше идет клапан, щуп на 0,3 или 30 сотых. Он входит с легким, даже не столь легким, но закусыванием. Поэтому, как бы сказать, он в допуске, но я его пока оставил под вопросом. Под вопросом. И вот как раз та самая памятка, о которой я уже говорил ранее. Вот, да, как раз следующая страница. Вот, да, тут вполне все хорошо видно. Как я уже говорил ранее, я уже все, скажем так, замерил, все посчитал. И что же я обнаружил? Как вы можете видеть, как раз первый клапан, хоть и в допуске, но все равно он мне не понравился. Восьмой клапан тоже самое. А четвертый однозначно регулировать. И вот, собственно, да, тоже математические расчеты, как делается. Так, не совсем, конечно, задело, но не беда. Надеюсь. Так. Ну, это сейчас, наверное, будет плохо видно, да? Так. Ну, постараемся хотя бы. Вот, постараюсь поближе. Вот, собственно, формула, которая все высчитывается. А может даже чуточку позже вставлю картиночку. Потому что ничего страшного. Еще раз, как я уже ранее вам показывал, то что все исходя из ситуации. То есть таким методом лучше не злоупотреблять. Даже если так делать, то лучше потихонечку, осторожно. Не надо торопиться. Все, убедившись в том, что метки совмещены, уже можно перейти к новому этапу, то есть как раз шаг 90 градусов. На этом этапе регулируются клапана, второй и пятый. Второй у нас впускной, пятый выпускной. А выпускной клапан
тем временем все-таки золотая середина, зазор у него 0,35. Приступаем, значит, 15 заходит. Дальше 0,20 заходит. А вот уже 25 не заходит. Ну хотя золотая середина, то есть внимание зазор, все хорошо. Так, теперь идем в клапан 5. То есть тоже 25 проходит, это естественно. Потом по норме тройка. То есть 30 сотых тоже проходит. Все понятно. Тридцать пять тоже. Ну, даже вроде не стал. Если даже так заходит, то и ладно. Вот. По сути, конечно, и этого было достаточно, но я хотел бы все-таки максимально разобрать. Дальше, значит, еще делаем усилие в 90 градусов, то есть это получается 180 градусов. На этом этапе регулируется у нас уже клапана 6 и 8. Значит, шестой у нас впускной, восьмой у нас выпускной. Начинаем производить всю ту же операцию. То же самое для восьмого клапана, он выпускной. Начинаем также с 25, да, 25, как бы смысл от этого не особо меняется, тоже стоит на это обратить внимание. А может, он уже вышел из допуска, поэтому ничего страшного. Так, дальше уже входим в норму, а это 30 сотых. Вот, 30 сотых уже не заходит. Вот так вот. Тоже, как я уже ранее вам показывал. Ну и, собственно, уже финальный момент, это замена шайб. Как я уже показывал, как вы уже видели, у меня оказалось то, что нужно заменить всего лишь три шайбы. Начнем с четвертого.
как я уже как раз говорил, вот тут бы и пригодилась бы мощная шила, но у меня тут, скажем так, не столько дело в мощном шиле, сколько маленечко неудобно, скажем так, встал стопор. Она их поджимает, неудобно. Хотя бы с той стороны как раз бы, может быть, и пригодился бы. Этот момент можно, думаю, вполне пропустить. Да, вот как раз застревает маленечко, маленечко. Да, приходится. Ну ничего, этот навык, собственно, если выводить на профессиональный уровень, можно все-таки уже наработать. Ну, ничего. В принципе, тут можно. Нет. Все-таки оставим. Нужно же посмотреть, как нужно преодолевать препятствия. Мне нравится, кстати, такое выражение. Для инженеров это не проблема. Для инженеров это вызов. Как и здесь. Это не проблема. Это вызов. Да, конечно, пришлось маленечко помучиться. И, конечно, на морозе поморозиться. Тем временем я хочу сказать то, что вот да, мне вполне уже задавали такие вопросы, да и я, в принципе, предчувствую ваши вопросы. Вы спросите, зачем я это делаю, да? Хотя и помимо меня там есть полно таких видео. Да, я с вами, в принципе, согласен, но хочу сказать мощное «но», приведя два аргумента. Первый. То, что в то время, которое видео снималось, которое, ну, якобы лучше, да, вот по вашему мнению, которое вы уже ранее видели, да, якобы лучше, они все уже, скажем так, устарели. Да, кстати, тем временем вы, как можете видеть, в конечном счете шайба была извлечена. И возвращаясь к мысли, они, так сказать, устарели не в плане информативности, а в плане, скажем так, качества. Вот даже у меня камера. А сейчас я снимаю уже на телефон, потому что экшн-камера уже замерзла, да? Даже вот сейчас моя камера, она и то, скажем так, намного мощнее снимает. И вот сейчас еще, смотрите, все записи, в принципе, видны. Формула тоже, как все высчитывалось. Вот. Да, также, пожалуйста, обратите внимание то, что вот на шайбе написано 3,77. То есть, что это значит? Это не какие-то цифры, это обозначение толщины. То есть, 3 миллиметра и 77 сотых микрометра. Именно микрометров, а не каких-то микрон, микрон, микробов, как некоторые произносят иной раз. Вот, а именно микрометр. Пожалуйста, запомните. Вот. Так вот, значит, первый аргумент. Второй аргумент. То, что снимали, скажем так, ну, просто как, чтобы, как для юмора больше, каких-то автоприколов и так далее. То есть, ну, скажем так, не совсем то, что нужно. Вот если бы у вас действительно возник такой вопрос, регулировать клапана самостоятельно. Вы бы не нашли. Вы бы нашли, как люди, ну, как смеются над этим. Сейчас я хочу
заострить ваше внимание на то, как пользоваться микрометром или микрометром. Вот, правильно проговариваю. Значит, в моем случае риски именно миллиметры расположены сверху, бывает и снизу. Это в зависимости от производителя, качества и так далее, других факторов. Но это маленькая отдельная тема. Вот, значит, в моем случае верхние риски — это миллиметровка. То есть 1 миллиметр, 2 миллиметра. И там показано 3 полных риски. Теперь смотрим на нижние риски. Вот это уже как раз риски микрометров. То есть сейчас вы видите то, что нижняя риска, она находится где-то посерединке между нулем и единицей. Это как раз 0,5 микро, то есть миллиметров, или 50 микрометров, или микрон. Микрон, вот, ну, на худой конец. Вот. И что еще хочу сказать? То, что их можно вполне назвать как неподвижные. Почему? Потому что есть же у нас еще барабан, который является подвижным. И в свою очередь мы можем наблюдать то, что на барабане, который проходит тоже, скажем так, ну, по основной линии, мы видим то, что, ну, где-то 31 еще микрометр, то есть 50 плюс 31, получаем 81 микрометр. А на общую сумму получаем 3 миллиметра 81 микрон. То есть фактический размер, хотя на шайбе написано 3,77. То есть у нас получается погрешность в плюс в 4 сотки. Но это даже больше плюс, чем минус. Больше плюс, чем минус. Но не, скажем так, в моем случае, потому что зазор был замерен. Вот как раз новые шайбы. Вот, вот как раз. Значит, я приобрел новые шайбы как раз 3,70, которые мне нужны там по расчету. Но и они тоже со своей погрешностью. Но в их случае погрешность была в плюс одну сотку. А у второй плюс 3 сотки. Хотя тоже 3,70. А вот шайба на... Вот, а вот шайба на 3,60. Но у нее погрешность была в минус одну сотку. То есть не 3,60, а 3,59. И если вы помните, там в расчетах у меня как раз и выходило 3,59. То есть очень четко. И как раз четвертый клапан. То есть все достаточно очень точно совпало. Да, вот также я обращаю внимание на то, что надписью надо располагать, скажем так, в противоположную сторону от кулачка распредвала. Ну и, собственно, обратно устанавливаем. Конечно, по сути, надо было начинать там с первого и третьего клапана, но ничего. Как бы, ну, просто вот даже сами подумайте, как бы, ничего страшного, то, что начали молекулы не в той последовательности. То есть уже вот как раз... практика вот сейчас как раз у меня была, вот я как раз делюсь своими впечатлениями, как я именно самостоятельно делал. То есть меня никто не учил, я самоучка.
Так, дальше у нас должен идти седьмой клапан. Ну, седьмой клапан. Так, у нас все нормально, все в пределах допуска замены не требовалось. Так уже просто для общего ознакомления. Да, также вот все еще напоминаю, обращать внимание на вот этот стопор, топорик, как хотите, назовите. Вот, чтобы он не только фиксировал, да, но и чтобы вам впоследствии было удобно им работать. И вот дальше я маленечко, как сказать, оператор не заснял, хотя я это проговаривал. Просто из-за чего я звук не стал тут писать. Потому что ветер. Гулял ветер, и поэтому плохо было слышно. То есть я уже как пробную видео уже делал, но после чего убедился. И вот сейчас я вот как раз мучаюсь над тем, то что, скажем так, вот где располагается шайба, там есть, скажем так, небольшой выступ у этого стаканчика. Вот. Сейчас в данном положении будет очень неудобно его искать. Поэтому придется вынимать обратно стопор. Вот. А когда уже устанавливать, то просто придерживать пальчиком. В принципе, ничего страшного не будет. Но также напомню, руки очень мерзнут. Но тут попроще было, потому что почему? Потому что я говорю, вот стаканчик. Смотрим, значит, седьмой клапан у меня было 3,72. Сейчас посмотрим. Да, 3,72. Смотрим на фактически. Да, вот я говорю, уже делал, поэтому, чтобы более наглядно. И как раз там формула была, но ничего страшного. В принципе, формула есть в свободном доступе. И как оказалось, по факту там было не 3,72, как написано по номиналу, да, а 3,70. 5, то есть плюс 3 сотки. Тоже стоит это учитывать. Ну, хотя, скажем так, зазор есть необходимый. И ладно. Не будем беспокоить. Дальше снова прокручиваем распределительный вал. Потихонечку, не злоупотребляем. Обращаем внимание, как раз как ходят клапана, как кулачки надавливают на клапана. И как раз мы подходим, получается, в нулевую точку, в нулевой градус, и получается уже регулируем первый и третий клапан. Ну, тут уже, да, соблюдал правила, поэтому относительно свободно достал шайбу. Насчет, кстати, микрометра тоже очень
интересная тема, потому что видео как бы есть, но они как-то, ну, слишком подробно. Уже, как сказать, не то, что нужно. Вот, значит, первый клапан как раз видим по номиналу, да, 3,75, по факту 3,76, то есть плюс 1 сотка. Вот, ну, тоже, как вы можете видеть, там математические расчеты я производил, то есть сперва в скобках, а что там было, то есть у меня было 0,30, да, то есть вот замеренный зазор, потом минус 0,35, это тот зазор, который должен был быть, да, то есть я все это высчитал, у меня получилось минус 5 соток, то есть 3,76 минус 5 соток, получаем 3,71. В принципе, все понятно. Вопросов быть не должно. Вот, да, вставляю новую шайбу, как раз которая по факту не 3,70, а 3,73. То есть у этой шайбы фактически там плюс 3 сотки. Ну тоже, как сказать, относительно пойдет. Если там шаг в 5 соток, как-то так. Но что хочу сказать, после этой регулировки, потом этого ремня, как вы можете видеть на видео, осуществление работы двигателя стало намного приятнее. И даже вот как раз зимнее время года, такое понятие как торможение двигателя при переходе с четвертой на третью скорость осуществлялось намного лучше, при этом глушитель ничего не подстреливал. Это вот прям сразу было понятно. Двигатель стал работать, скажем так, корректно, устойчиво, четко. Даже уже не знаю, какой синоним подобрать. То, что двигатель начал работать так, как ему и полагается работать. Ну, снова прокручиваем. Это я уже думаю, 100% можно пропустить. Как раз у нас уже опять шаг в 90 градусов. Мы, получается, сравняли метки по этим шайбам, да, по этой штанге. Получается, мы сейчас регулируем уже второй и пятый. Так, вот тут усилие. Я помню, то, что где-то прикладывал усилия. Вот как раз второй, что ли? Нет, не должен быть второй. То ли пятый, то ли шестой. Или вообще восьмой. Здесь, да, есть, было усилие, но не такое. А вот как раз интересная шайба. Почему? Потому что я так понял, там было написано 3,36. Замерил фактически 3,84. Нормально тогда? Где-то под 50 соток. Тут, скорее всего, какая-то была опечатка. Как мы уже убедились, наглядно, да? То, что там погрешно где-то и до 4 сотки доходит.
здесь, в принципе, производим всю ту же операцию, поэтому даже уже комментировать как такого смысла я не вижу. В принципе, если у кого уже сил нет смотреть на, так сказать, продолжение, я постараюсь сделать тайм-коды, чтобы сразу можно было промотать этот момент. Вот. То же самое шайба. Потом, в конечном счете, посмотрим, сколько фактически вот по времени вот то, что я вот смонтирую, да, вот оставил то, что вот в условиях, когда все есть, да, посмотрим, сколько этот вопрос занимает. У меня лично этот вопрос занял из-за как раз вот времени года, да, то, что зима, то, что холодность, то, что инструментов не было, да, ну, как бы заблаговременно купил, конечно, даже если и так. Вот, единственное, что вот шайбы, да, нужно было узнать именно размер новой шайбы. То есть где-то я сделал, получается, в течение двух выходных, да? То есть, если делать самому. В принципе, хотел... Ну ладно, давайте, может, прямо сейчас тогда, да? То, что подведем небольшой итог, собственно. Вопрос. Есть ли смысл самому делать? То есть, цена вопроса. Цена вопроса, во-первых, если делать на станции технического обслуживания, то лично вот я где был, где вот именно хотя бы качество там присутствует, слово, да, цена вопроса варьируется от 600 до 900 рублей. И то это, если мы говорим про ВАЗ, передний привод, 8 клапанов, там, начиная от поколения Самара 1, там до всей линейки переднеприводных, в принципе. Там или там до какой-то модели, сейчас не помню. Ну, неважно. Вот, если же делать в гаражном кооперативе, тире по знакомству, да, то не выше 300 рублев. Вот. Теперь же вот подходим к моему случаю, да? Есть ли смысл было мне все это приобретать? С одной стороны, конечно, не было. Мне проще было съездить на станцию технического обслуживания, там мне все дело сделали и так далее. Но у меня задача стоит именно самому научиться, да? Чтобы я не бегал там кого-то, у кого там научиться и так далее, да? А вот я купил себе машину, вот произошла поломка, вот и сам, получается, ее и решаю, то есть набираюсь опыта сам. А теперь перейдем к инструментам. Значит, набор щупов, как вы можете видеть, стоит 200 рублей. Так, приспособление для регулировки клапанов 220 рублей. И микрометр. Там где-то 857, ну пускай 900, ну в общем где-то в районе 1500 все-таки этот вопрос вылазит. И это еще без учета инструментов, то есть ключиков на 10, там отверток плоскофигурный, потом шприцы, а ну еще шайба, да, там одна шайба 80 рублей, умножаем там еще 3, вот там уже где-то 240, да? Поэтому смотрите, кому как. Даже если вы не будете это делать, а просто посмотрите это видео, оно будет информативно в том плане, то, что вы приедете, и вы уже точно будете знать то, что вас не обманут. Вот у меня буквально
На днях попалась такая картинка, мем. Вот, плохо, что это не сохранено. А даже бы, если сохранение поставил, и боюсь, заблокировали бы за использование чужого контента, как это сейчас правильно называть. Да? В общем, суть в чем заключается? Вот так же открывает капот, также регулирует клапана. 8, ну, двигатель 1.5, 8 клапанов. А там говорят, а у вас там два распредвала. То есть, понимаете мораль, которую я пытаюсь до вас донести? Вот, так что в любом случае видео будет информативное. Вот, ну плюс еще, получается, я как сам прокачиваю свои навыки, учусь, да, нарабатываю эти навыки. То есть, я уже, можно сказать, ко мне можно обратиться по такому вопросу, как можно отрегулировать клапана. Либо я отрегулирую клапана, либо кто-то посмотрел это видео, сам будет регулировать клапана и так далее, и тому подобное. Вот. По сути, на данный момент это все, что я хотел вам рассказать. Поэтому вот видео остановилось. Поэтому, пожалуйста, кому было интересно, прокомментируйте видео. Я уже предчувствую ваши комментарии. Ну, давайте приму внеочередной удар. Поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет это очень приятно, а вам не сложно. Лучше будет, если, конечно, где-то 20-22 лайка наберете, будет вообще замечательно. А потом, что подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе моих событий. Вот как раз и на основные плейлисты у вас будет получаться уже выход, а не по каким-то там посылкам, там еще где-то как-то искать. И колокольчик, да, чтобы быть всегда в теме. Что... Пока что на этом все. Всем спасибо. Значит, после этого выхода видео я планирую чуточку позже провести прямой эфир. Как раз мы обсудим в онлайн данное видео. Как раз и вы будете комментировать там. То есть будем там через Discord общаться, там еще как. Достаточно очень хорошая тема. Вот. Что еще? Ну и как всегда, цитату, да? Машины, как и люди, бывают разными. Пока что на этом все. Всем спасибо.